Вы знаете, друзья, так получается в нашем сегодняшнем концерте, что авторы вообще участвуют в нем, ну, может быть, несколько необычным образом, чуть больше, чем это обычно случается. И вот не только Ефрем Иосифович Подгайц, чью сольную виолончельную пьесу «Кантабиле 300» мы только что слышали, но и другой композитор, чья музыка этот концерт завершит, тоже сам в личном качестве примет участие в исполнении своего сочинения. Это Павел Карманов, который исполнит партию фортепиано в своем произведении. Называется оно «Музыка кончелло». В принципе, это концерт для оркестра, фортепиано, ударные установки и виолончели, если буквально следовать названию. И это вполне естественно. Тут еще момент какой? Это одна из интереснейших и запоминающихся премьер среди очень многих, которые состоялись именно на фестивале «Вивачелло». Впервые музыка кончелло Карманова прозвучала в 2014 году. Это была камерная версия, сейчас прозвучит симфоническая. Автор говорит, что это вообще одно из самых часто и успешно исполняемых его сочинений, хотя и других хватает, и разных достижений по части чистоты и успешности тоже. Но нравится оно практически всем, это я цитирую Павла Карманова, за исключением трех человек. Правда, их мнения очень важны для автора, но это пианист Алексей Любимов, музыковед Елена Дубинец и композитор Антон Батагов. Вот только эти трое считают, что ударная установка там лишняя. Все остальные как-то это не считают проблемой, не видят в этом никаких противоречий, а между тем именно участие вот этого инструментария и этих музыкальных орудий – это некий символ, это способ провести и исполнителей, и слушателей по чрезвычайно тонкой грани, которая отделяет музыку академическую от музыки популярной, эстрадной, или как вы яхту назовете, так она и поплывет. То есть чего-то весьма и весьма от академической музыки далекого, если не сказать противоположного. Еще один человек, которого вы знаете как дирижера симфонического оркестра «Новая Россия», маэстро Игорь Разумовский, также примет участие в сегодняшнем исполнении «Музыка кончелло» Павла Карманова именно в качестве ударника. Сыграет на ударной установке. Солист Борис Андрианов, дирижер Дмитрий Юровский. «Музыка кончелло» Карманова.